16 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Таджикистана Кухирем Расулзода. На встрече состоялся обмен мнением о перспективах двусторонних отношений. Было отмечено, что нынешний визит президента Азербайджана Ильхам Алиева сыграет большую роль в дальнейшем углублении наших связей. Подчеркнуто, что документы, подписанные в рамках визита, несут вклад в расширение дружественных связей между нашими странами и народами, сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.